Хорошие новости для жителей Древлянки. Уже в следующем году на улице Попова откроется новый детский сад. Этот микрорайон – один из самых густонаселенных в столице Карелии. Новостройки растут здесь стремительно, и потребность в детских садах ощущается особенно остро. Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография». Проект типовой на 300 мест. Город Петрозаводск обладает такого рода проектами. Мы вправе их использовать. И к декабрю 2019 года этот объект будет введен и сдан в эксплуатацию. При очереди в несколько тысяч детей в городе Петрозаводске эти объекты нам крайне нужны. Именно крупные, большие садики. На момент комплектования, распределения детей в садике очередь составляет около 8-9 тысяч детей. Причем она в последние годы не уменьшается, и связано это с тем, что достаточно активно в город Петрозаводск приезжают новые жители из районов республики. По словам строителей, новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям, которых к подобным объектам предъявляют немало. Так, например, внутри заработает лифт для маломобильных групп населения. На эти 300 мест попадут детишки от 1,5 до 3 лет и от 3 до школьного возраста. Первый этаж полностью будет отдан под ясельные группы. Верхние этажи пойдут взрослые ребятки уже более. После сдачи здание пройдет обязательное лицензирование, и уже к марту 2020 года группы будут укомплектованы.